Отечественная разметочная машина «Вектор-31Т» вышла в ночь на Можайское шоссе. Такая техника способна наносить на асфальт современную термопластичную разметку и за смену пройти на 20 километров дорог. Чтобы границы проезжей части были видны в темноте, в состав добавляют светоотражающие частицы – стеклошарики. Сезонные работы по нанесению дорожной разметки в округе начались в апреле. В общей сложности нам необходимо нанести, значит, порядка 300 пешеходных переходов, разметить около 170 искусственных дорожных неровностей. Значит, в настоящее время почти 200 пешеходных переходов уже заболены. И примерно 50 ЭДМов тоже уже, так сказать, размечено. Глава округа Андрей Иванов проинспектировал качество работ, лично сев в кабину спецтехники. Производительский на скорости такой же, да? Да, такой. Более точный режим. Такие работы проводят в ночное время, в том числе из-за низкого трафика. Трудятся не только разметочные машины, но и 4 бригады специалистов. Помимо дорожной разметки, уже обновили почти 200 пешеходных переходов и окрасили более 40 лежачих полицейских. Наталья Гончарова, Екатерина Крамер, телекомпания «Одинцова».